А вот в столице не состоялось судебное заседание по делу об избиении бойцов роты «Торнадо». В Печерском райсуде Киева планировали провести открытое слушание, но по техническим причинам не удалось наладить видеосвязь с одним из фигурантов дела, торнадовцем Никитой Кустом. Напомню, бойцов расформированного батальона МВД обвиняют в тяжких преступлениях, совершенных в зоне АТО. Год назад, во время судебного заседания в Оболонском райсуде столицы, 9 торнадовцев заявили, что перед началом слушаний их избили неизвестные в масках. Именно это обвинение должен был сегодня рассмотреть суд.